spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена серия мультипликаторных катушек SMAC Red Tune. Это линейка из двух оригинальных моделей от именитой японской компании Daiwa. Кстати, есть право- и леворукие варианты. Вес равен всего 195 граммов, а достаточно высокое передаточное число составляет 6,5 к 1. Давайте поближе рассмотрим экземпляр с индексом 100 HR. SMAC Red Tune относится к так называемым низкопрофильным катушкам, или как их зачастую называют, мыльницы. Модель выполнена в черно-красных цветах, а при производстве корпуса и боковых крышек применен современный композит. Именно он обеспечит высокую прочность конструкции при достаточно небольшом весе. Плавность хода достигается за счет установки 11 подшипников, 10 из них шарикового типа и один роликовый. Спереди расположена система лесоукладчика с использованием бесконечного винта. Обратим внимание, что глазок отключаемый. Это обозначает, что во время схода лески он не двигается, остается неподвижным. Сзади мы видим кнопку, с помощью которой происходит разблокировка шпули для последующего заброса. При начале подмотки она автоматически отключается. Еще одна клавиша находится в верхней части корпуса. При ее нажатии выматывается небольшое количество лески. Такая система поможет осуществлять проводку, используя одну руку. Прямая рукоять сделана из карбона и оснащена двумя круглыми в сечении кнопками из EVO. За один оборот выматывается 69 см шнура. Под ней находится звездочка мультидискового фрикционного тормоза UTD. Максимальная нагрузка составляет до 4 кг. И что особенно хочется отметить, наличие трещотки, которая помогает осуществить максимально точную настройку этого узла. Рядом мы видим регулятор осевого тормоза. Чтобы снять боковую крышку, необходимо сначала ослабить фиксирующий винт. Затем сдвинуть ее вниз и аккуратно отсоединить от корпуса. Внутри установлена мелкая алюминиевая шпуля, облегченная за счет перфорации. Ее вес равен всего 16,5 грамма. Лесоемкость составляет 100 метров лески диаметром 0,285 мм. Сбоку находятся два элемента центробежной тормозной системы. В комплектацию SMAC Red Tune входит специальный ключ, необходимый для смены кнопок на рукояти. А также имеется фирменный тканевый чехол, горловина которого утягивается с помощью шнурка. Здесь катушка хранится в перерывах между рыбалками. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.